В районе Кольского моста мурманские спасатели сняли с дрейфующей льдины девушку. Потерпевшая была доставлена в больницу. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Сотрудники МЧС пришли на помощь девушке, проплывающей на льдине по Кольскому заливу в районе автомобильного моста. Спасатели приблизились к ней на лодке, после доставили на берег и передали медикам. Девушку госпитализировали в состоянии гипотермии. Детали произошедшего, например, как она оказалась в воде посреди залива, специалисты экстренного ведомства не сообщили.